Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! Сегодня мы продолжим изготовление снастей на открытую воду. Вот, смотрите, я вам показываю. Вот это у меня старый ящик был здесь, кухонный. Супруга сделала ремонт. Здесь сняла крышку, поставила новую. И на старой крышке были вот такие вот ручки металлические. Она их открутила, точнее я открутил. И потом решил, дайте-ка я из нее сделаю кормачок для летней рыбалки. Как это сделать, я вам покажу, расскажу и будем делать вместе. И вот, ребята, приступаем. Вот наша крышка. Видите, какая она? Даже краску я не убираю, ничего. Вот она такая. Что мы делаем? Здесь у нас три отверстия. Здесь были прикручены болты. Просверливаем одно отверстие, второе и третье. Значит, эти два отверстия мы будем здесь натягивать проволочку. Я покажу, сделаю медную тонкую, чтобы держала здесь прикормка. И потом все остальное вы увидите. Вот смотрим наши действия. Мы берем такую проволочку тоненькую медную, просовываем в одно отверстие, затаскиваем во второе отверстие, потом сюда, здесь закрепляем, чтобы она не сходила. Теперь дальше отправляем в это отверстие. У нас получается вот две проволочки, которые будут защищать нашу кашу или хлеб, на что мы будем ловить, от развала. И с другой стороны, оно будет давать возможность этому корму рассыпаться на дне и привлекать рыбу. Вот так у нас получилось. Вот эту лишнюю проволочку мы откусываем. Все. Здесь, видите, у нас держать будет хлеб или кашу. Сюда мы ставим поводочек. Одинарный или двойной. Вот я поставил сюда двойной поводочек с крючками. И сюда еще посыпем по одному. И вот смотрим, наша снасть готова. У нас получается один крючок, здесь два крючка и здесь еще один крючок. Здесь мы будем цеплять за леску. Сейчас оснащу это дело хлебом и покажу, как она будет в рабочем состоянии. И вот, ребята, что у нас получилось. У нас получилось на кормаке нашем прикормка. Я сюда хлеб налепил. Сюда также пойдет и каша, сами понимаете. Вот у нас здесь два крючка. Один я с пенопластом ставлю, он отвалится при забросе там это самое в воде. Сюда я сало нацепил, бо не буду опарыш тратить. И сюда тоже сало. Ну, на сало клюет, кстати, и показывал, и у меня ролики есть. Клюет разная рыба, лещ, карась, карп. Это то, что я ловил, и что-то там еще не помню. Короче говоря, вот такая у нас получается снасть. Видите? Вот она держит все. Забрасывает, летит. Вот так вот тут и падает на это самое. Так вы ее подтянули, все. И ловите рыбу. Сложного ничего нет. Если даже она так упала, вот как у меня тут случилось, вы подтянули, и оно, цепляясь, становится на место. И все. Ну, в принципе, так оно ложится. Не хочу класть в аквариум, потому что потом воду чистить, хлеб будет размокать. Ну, главное, я вам дал идею, главное, дал мысль, что можно делать снасть практически любого, что нас окружает. Только чуть-чуть мысли, чуть-чуть желания, чуть-чуть старания, и все получится. Спасибо за просмотр. Ребята, до встречи в эфире.